умею варить, это молочный суп. Все, больше я никакие супа варить пока не умею. Вот так вот. Суп молочный, вермишелька, вермишелька, Катенька, у меня 48 килограмм уже вешает. И, кстати, да, 48 килограмм. Кстати, мы весы забили. А вот как раз я постирала Руслану футболку. Где она? Ну вот я ее постирала, вот как вы и просили. Чистая, новенькая, постиранная, свежая, пахнет ландышами, поляной. Вот, девчонки, делаю сейчас, покажу вам косметичку. Одну помаду, которую я всегда заказываю. Просто не заказываю, а в магазинах беру. А если в магазинах ее нет, то я ее всегда заказываю. Вот она. Вот такая, короче, Maybelline. Именно вот это. Ну, именно вот это, как ее? Как она называется? Именно вот это. Блин, скажи мне! Упаковка. Где она у меня уже пропала. А, и вот. Вот такая тоже вторая. Вот две у меня их. А еще я с интернета заказала третью. Красную. Ребятки, вот на YouTube-канале у Руслана Гительман Подождите, на ПТ. меня, погоди, нет, скажу. Стрим у нас сейчас будет. Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Это Вот, прямая сейчас я трансляция. ссылку. Ребята, посмотрела этот про. Ребята, мой знакомый открыл новый YouTube. Они толпа, она одна, напугана, не беда, куколка, иди сюда. Ты фаворит, неповторима, не поверишь, такая картина, живая книга, фильм Тарантино. Вот, ребята, Руслан поехал искать квартиру в Бати. Он поехал не один, с Матей, с Батей, ну там еще кое с кем. Вот, а я одна дома. Одна. Занимаюсь своими делами важными. Сейчас я пойду пить чай, потом кофе, потом еще покушаю. Вот. Дел у меня очень много. Я человек занят. Ребята, хочу посоветовать вам страничку с корейской косметикой. Сейчас там проходят. Ну вот я подогреваю уже, короче, эту курицу сгорела у меня, походу. Ну а, не, нормально. Вот, ребята, Русланчик пришел попить чаю, погреться по себе. Да, давайте квартиру ищем, целая рубрика в ТикТоке будет огромная. Да. Вот. Такие дела, ребята. Ребятки, всем доброе утро, хорошего дня, прекрасного настроения. Сейчас мы едем искать бате квартиру в Абакане, и скоро батя будет перевозиться. Так что, ребятки, всем удачи, радости, успехов. Ребятки, кто заказывал видео, привет и поздравления. Так. Как приедем, так и сделаем. Здравствуйте, всем привет, всем еще раз, потому что лишний раз поздороваться, ну, никогда лишнего раз не бывает. Вот, ребятки, сейчас я жду маму и батю, жду, чтобы батя искать новую квартиру в Абакане. Так что, ребятки, всем хорошего настроения, счастья, радости, удачи, успехов. Сейчас батя приедет, получается, с Черногорска, с мамой тудынь-сюдынь. Вот, и будем искать квартиру, ездить по квартирам, чтобы найти ту, которая подойдет. Так что, все отлично, ребятки, я уже на рынке. Вот, ребятки, мы сейчас с батей ходим, ищем квартиру в Абакане. Вот, ходим, ищем. Да, бать? Вот. Мы уже ходили, получается, по юристу. Агентство, как они называются? Агентство. Недвижимости. Тедын-дередын. Вот.
Вот, ребятки, поход продолжается, искать за съемной квартирой, батя, вот так вот продолжается поход, ребятки. Квартиры? Тут нету снять квартиру? Нету тут снять квартиру. Я уехал, жив, я отрываюсь от души. Прекрасного, чистого, доброго. Вместе с луком можно будет выключать. Давать Пашке попробовать. Варится. Сейчас добавил ложки. Ну и вот, пусть пока кипит. Вся картошка будет довариваться. Будем делать печь жарку. Все, блять, ебучая спичка нахуй загнулась.